Всем привет! С вами Конана Ваня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня мы с вами поговорим о новиночках Фаберлик некоторых, да? Вот, первое, что бы мне хотелось показать, это такая подставка для из какого-то плотного качественного пластика для помады. Артикул у нее 113-37, подставка для помады, материал пластик, размер 10,5 на 10,5 на 6,5, назначение аксессуар, срок службы 10 лет. Пришла она в такой вот коробочке, была завернута в кошелечек, вот такой пакетик. Пакетик был вставлен вот в такую вот антиударную пленочку. Вот. В принципе, упакована хорошо, здорово, тяжеленькая она такая, нелегкий это пластик, прочный. Ну и давайте ее протестируем, как будут помады в ней стоять, да, вот таким вот образом. Да, сейчас я вам покажу. Это все мои помады как раз, немножечко раскатилась, уронилась. Ну вот, мои любимые помадки. Я думаю, что здорово, здорово, классно. Вот таким вот образом их ставить, да, так по две точно не войдет, но только по одной, да. Тут я поставила блеск для губ зима, он мне нравится. Это матовая помада идет, артикул у нее 40055, да, такая вот нюдовая. Кто помнит, я уже снимала про нее обзор, классная очень помадка, красивая. Очень ее люблю. И вот эта помадка тоже мне очень понравилась. Артикул 456. Ну вот, смотрите. Как-то даже, чтобы не отсвечивала ее показать. Да, 456. Она вообще нежная-нежная такая. Плотное нанесение с первого раза. Губы не сушит. И реально матовый такой у нее оттеночек. Тут идут магнитики. И крышечка никогда не откроется. Только с усилием. Далее 44044, такая вот помадка, тоже очень люблю ее от Secret Story, сладкая, классная, губки увлажняет, не сушит. Далее вот такая вот помадка с артикулом 44039, тоже ее очень люблю. Вот такими вот помадками я наполнила свои косметички, да, это тоже оттеночный такой бальзам для губ идет. Я его люблю. Вот. Артикул 44122. И вот такой вот бальзамчик для губ 44120. Тоже мне он очень нравится. Да, он создает такой легкий розовый блестящий оттеночек, как видите. Да, вот чуть-чуть. Есть немножечко в нем розовины. Вот, то есть, ну, вот так вот заканчиваются. Я заново заказываю. Теперь буду с удовольствием так вот их хранить. В принципе, удобно, когда все в одном месте стоит на столе. Ощущение порядка. Она на самом деле очень плотная, такая тяжеленькая, качественная. Мне кажется, если я ее уроню, то она не разобьется, потому что очень-очень качественно все это идет. Вот. Далее, значит, у нас идет такие вот 4 подарочных набора. Тоже в прошлогодний набор, он мне нравится. Это подарочный набор идет для красавиц, которые любят за собой следить. Тут идет подводка и тушь. Тушь для меня вот это вот, в принципе, оценочка на 4. Почему? Потому что она хорошо делает объем, а у меня короткие густые ресницы, мне как раз таки нужно удлинение. Артикул у нее 55-75, на ресницах хорошо держится, не, как вам даже сказать, не осыпается, все здорово, все классно, но это для тех, у кого длинные и редкие ресницы, для редких ресниц просто невероятный объем. У меня у дочки густые длинные ресницы, когда мы ей красим эти глаза, у нее глаза вообще становятся такие выразительные. И далее вот такая вот подводочка с артикулом 54-31, такая вот тоненькая, красивая подводка идет в подарок. Давайте я попробую сейчас нанести, да, вот она
так вот смотрится. Когда она высыхает, она чуть-чуть немножко глянцевая, но не сильно. Да, то есть можно вообще толстую, да, толстую сделать линию, а можно тоненькую сделать линию. Да, то есть, ну, такой подарочек, который, в принципе, полезен каждой женщине любого возраста в дом. Да, то есть тут, видите, как две дырочки, сюда вставляется тоже подарочек, не той стороной поставила, и вот так вставляется подводочка. И человек, когда получает этот подарок, уже очень даже доволен вниманием. Артикул у этого подарка идет 55-20, простите, да, и вот как раз объемная тушь для ресниц по максимуму, и Maxi Style подводка, жидкая подводка для глаз, цветная галактика, черная ночь, тон. Да, то есть вот такая вот аннотация. Ну, красивое оформление, приятное дарить, здорово. И подарок этот очень бюджетный, поверьте, очень бюджетный. Да, вот смотрите, подводка высохла, и она практически уже не блестит. Да, не блестит. Это еще не высохло, я тут толстый слой вот нанесла. Да, специально вам и маленько, и посильнее, и потоньше, и потолще. Ей удобно тонкую линию вести очень. Следующая это такая вот новинка. В резной такой коробочке, я не знаю, будет вам видно, не будет. Передаст эта камера, не передаст, но очень красивый наборчик. Для ухода за кожей рук. Hand Care называется, Lift Set. Да, первое, что тут идет, это бальзам для рук, интенсивное восстановление. Второе, это крем для рук, надежная защита. Третье, это крем для рук, питание и смягчение. А тоже очень такой красивый наборчик. Тут написан состав каждого крема. Да, что он делает? Крема идут по 30 мл. Артикул у данного наборчика 23,99. Где изготовлено, все-все-все. Я их уже подкрывала. Вот они в такой вот идут. Коробочки, такие вот тюбички красивые, аккуратные. Сейчас один достану. Ну, такие вот хорошенькие. Они, по-моему, идут с защитой. Я их даже не вскрывала, если честно. Давайте посмотрим для любопытства. Аромат. Аромат подарка. Да, такой вот легкий кремчик. Ну, аромат сладкий, нежный, такой цветочный, быстро впитывается в ручку. Ну да, в принципе, очень даже красивый, хороший подарочек с заботой. Тоже женщины любят готовить, мыть посуду, да, то есть куда-то зимой ходить, да, забывать перчатки, еще что-то. То есть крема эти, они пригодятся. Следующий это набор Oxyology, тоже новинка, такой идет. Серебристой такой упаковочке. Это подарочный набор. В него входит дневной крем SPF 15, крем для рук, ой, крем для век, простите, и ночной крем. Артикул у такой красоты 0,297. Набор тоже бюджетный. Да, тут описано, что дневной крем, он идет 50 мл, с SPF 15. Да, то есть, что он делает? Активизирует микроциркуляцию тканей кожи, обеспечивает защиту от ОФ-лучей, визуально сглаживает все неровности кожи. Очень такой приятный кремчик, хорошо наносится. Он, я так понимаю, этот набор для всех типов кожи. Далее идет крем для век, легкий крем для кожи вокруг глаз, моментально улучшает внешний вид кожи вокруг глаз, действует как невидимый корректор, маскирует темные круги под глазами. И ночной крем, это идет детокс, восстановление. Восстанавливающий ночной крем способствует регенерации кожи, насыщает ее влагой, разглаживает, стирая признаки усталости. Вот такая, такой вот красавчик наборчик. Также на блестящей подставочке. Здорово, очень красиво выглядит, да, как вы видите. Давайте посмотрим, как он маскирует недостатки, крем для век. Да, то есть вот такой вот кремчик. Легкий, и скорее всего тут будут какие-нибудь отражающие частицы. Просто посмотреть. Аромат сладкий. Видите, чуть-чуть есть такой, как бы еле-еле заметный отблеск. Да, и вот он, в принципе, и корректирует, скорее всего, на веки. Да, я уже вижу, да, такой вот. Вы знаете, еле-еле заметный, его вообще будет не видно невооруженным взглядом, если не знать.
Далее последний набор, что мне в нем понравилось. Я его чуть-чуть ножниками изнахратила, да, грубо говоря, когда открывала. Он был единственный в пленке, полностью запакованный. Это набор для мужчин, подарочный набор с ледниковой минеральной водой. Тут идет гель для бритья для чувствительной кожи. Он не пенится, он идет такой прозрачный. И антипорезы, там еще есть функция какая-то, антипорез. Далее, значит, шампунь, гель для душа 2 в 1, тонизирующий. У меня его очень полюбил муж. Мы его брали как раз с собой в поездку. Вот, далее крем-бальзам после бритья для чувствительной кожи. Вот тоже мужу он понравился. Говорит, измажет с удовольствием, израсходует. Полноценные версии, как вы видите, да, то есть большой гель для душа, не какой-то там, да, не мини-версии. И вот крема тоже полноценные версии, не уменьшено ничего, это очень даже хорошо. И тут написан и способ применения, для чего он нужен, да, то есть далее шампунь-гель, что он делает, крем-бальзам после бритья, что он делает, тоже очень такие хорошие, добротные наборчики. Вот, бальзам после бритья идет 75 мл, гель для душа 250 и гель для бритья 100 мл, он не пенится. Да? Вот, пожалуйста, посмотрите аннотацию, все четко описано, все хорошо. Так, и артикул у такого набора 0561, классный набор. Есть что подарить, есть что выбрать в компании Faberlic. И, в принципе, наборы, вот знаете, они такие нужные в дом, да, то есть и универсальные, да, то есть вы можете выбрать и модницы, и тому, кто хочет подтянуть, да, то есть кожу и так далее, и так далее. Далее коробочка Beauty Box, тоже красивая, она такая же, как и все остальные предыдущие. Это жестяная коробочка, размер у нее 170 на 120 на 62, артикул у нее 6134, также на резиновой такой немножко тянущейся ручке. Тут также все открывается, как и открывалось, она очень-очень-очень вместительная, как вы видите. Вот, сейчас закрою, да, очень вместительная. И тут идут хэштеги, которые можно писать в соцсетях. Далее, значит, это коробочка от Маши Вэй. Да, вот, ну, у меня дети ее забирают. Я не могу ей пользоваться по назначению, потому что отбирают дети. Дети в восторге от этого всего. Да, тут, видите, девушка с собачками, да, в упряжке. Так как год собаки, да, тут еще идут собачки. Тоже здорово, классно. Все в тему. Все очень оригинально, все в тему, мне нравится. Ну и последняя водичка, которая мне очень понравилась. Я скажу, что это моя водичка. Я с удовольствием ею буду пользоваться. Это водичка называется, сейчас я посмотрю в каталоге, никак не могу запомнить, это Бель-Анж, да, водичка Бель-Анж. Тоже от Марии выйдет, да, то есть тут указано, что белоснежный букет самых красивых цветов ландыша, магнолии, крокуса. Вот ландыш я почувствовала хорошо, магнолия есть, но не сильно, крокус, честно скажу, не знаю, как пахнет, черешню я не почувствовала, может быть, мой нос ее не улавливает, да. И далее, значит, идут ягоды, клюква, красная смородина, да, что-то есть такое сладкое, стойкое, да, и яркие штрихи ягод. Далее идут ноты амбры, кедра и кашемирового дерева, которые согревают теплыми объятиями, на самом деле, да, в которых так уютно в морозную погоду. На самом деле аромат свежий, но этот аромат теплый, он не холодный, он приятный. И, вы знаете, я с удовольствием опять-таки взяла, две взяла, а третья упала мне в подарок. Но это, как обычно, у нас акция. В этом каталоге такой акции, к сожалению, нету. Но я думаю, что в следующем каталоге, может быть, ее и сделают, да, то есть у нас компания Faberlic решила в этом периоде не баловать такими подарками, но, в принципе, было круто, когда вы заказываете 3, а платите за 2, да, то есть вот, как вы видите, опять-таки, нету этой акции данной в периоде, может быть, она еще
появится. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Спасибо вам за видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы подписаны на канал, можете поставить колокольчик, нажать на колокольчик. И все мои новые видео вы уже будете видеть в оповещениях у себя в браузере, в верхнем правом углу получается, да, будут выскакивать оповещения, что, допустим, Анна Кононова такое-то видео выложила, и вы уже можете ориентироваться на мои заказы, что вам хочется заказать. Ну что ж, всем спасибо за внимание, пока-пока, надеюсь, была полезна данным видео для вас.